В церемонии передачи артефактов приняли участие глава Кубани Вениамин Кондратьев и руководитель силового ведомства Сергей Захарихин. Губернатор отметил, что теперь у каждого жителя края есть возможность увидеть эти экспонаты, прикоснуться к истории и узнать для себя что-то новое. 1500 экспонатов, которые бесценны для истории Кубани и археологии, а также и всей нашей страны. Экспонаты, которые говорят о культуре, традициях, изначально принципах жизни и укладе жизни на этой земле. Я хочу подчеркнуть, что эти экспонаты относятся к разным эпохам и разным народам, которые когда-то населяли эту землю. Поэтому и сегодня нам важно сохранить мир, согласие, взаимопонимание между различными народами, которые и сегодня живут на этой земле. Я хочу сказать слова благодарности, безусловно, службе ФСБ по нашему краю, лично Сергею Борисовичу, за передачу этих экспонатов. И надеюсь, что они будут выставлены для того, чтобы жители нашего края, гости нашего края могли прикоснуться к экспонатам, которые, естественно, говорят о том, какая была Кубань много-много-много, может быть, и веков назад. Жалко, конечно, что я не могу сюда пригласить наших оперативников, которые в рамках статей Уголовного кодекса пресекают нарушения, связанные с поиском и незаконным изъятием из мест залегания вот этих редких археологических уникальных украшений различного рода оружия, драгоценностей, которые востребованы на Западах, востребованы в частных музеях, и это влечет за собой незаконные действия. За примерно 10 лет работы управления 11 человек привлечены к административной и уголовной ответственности. Изъято большое количество редких археологических артефактов. Изъятые экспонаты представляют большую научную ценность. После тщательного исследования предметов специалистами они будут храниться в экспозиции «Древнее прошлое Кубани».